же все равно не дали провести мероприятие. Вот в чем вопрос. Я сейчас был в Октябрьском суде, и, во-первых, второй... Нет, я паспорт такой. Мне кажется, вот эта вся шминка, она сейчас опять же идет ко всему... Часть вот «Единой России» и остальных партий, поддерживающих ее позицию, продвигает эти законы на региональных уровнях достаточно интенсивно, при этом зачастую с нарушением каких-то вот процессуальных порядка. Я думаю, что велик шанс, что он будет точно так же проведен и принят на федеральном уровне. Это направлено на недопущение вообще публичного обсуждения, публичной презентации защиты прав ЛГБТ-сообщества в России целиком. И это не только касается ЛГБТ-сообщества. Как говорили в известной фразе, да, сегодня они пришли за ними, завтра они придут за вами. Поэтому защита прав одних людей для правозащитников является защитой всех. Защитой права на публичность, защитой права на демонстрации, защитой права быть другим. Права, ну, не видеть всего этого. Понимаете, просто чтобы, ну, если человек имеет определенные желания, говорится, пусть он выражает их там у себя дома, пожалуйста, ради бога, когда никто ничего не видит. Это его конкретное дело, как говорится, его там, как бы сказали мы в церкви, его грех. Потом пусть кается, там, молится, там. Демократического марша изначально их просто отсекли у БКЗ. Отсек омолчание. Забираю. Круг! Давай. Подожди.